Вот такая вот замечательная мышь. Животик у нее белый. Лапки у нее не шевелятся. Вот такой вот зубик. Зубик вот такой беленький нарисован. Вот у нее черные пятнышки, черный ротик. Это у нее носик черное пятнышко, потому это не что-то такое. Вот у нее глазки вот такие вот. А какие у нее ушки вот большие вот. Такие вот. Ушки у нее вот с двух сторон просматриваются. Красивая мышка, вот она сбоку смотрится. Вот так вот. Это у нее усы сделаны. Усы. Вот у нее щечки сделаны такие вот круглые. Это, в общем, щечки, это так прикольно, в общем. Поэтому тут, чтобы красиво было, вот. И необычно. Потому что у обычного такого вот просто не будет. Вот она вот тут вот винтиками закручена в спине. Поэтому две дырки. На хвосте она не закручена ничем, но на хвосте тоже куча дыр. Это изначала она снова такая вот. У нее вот так вот шевелится хвост. Хвост это единственное, кстати, что у нее шевелится. Вообще вот. Внизу. Внизу. Она выглядит так, то как будто ее в нескольких частей собирали вот. Вот у нее фирменный знак вот тут написан. Но можно сломать глаза, потому что оно все написано таким цветом. И так мелко, что это даже без камеры можно сломать глаза. Поэтому не советую читать, вот. А советую так смотреть, как оно есть. Но что в целом мыша в целом мотыляет хвостом. Потому что она достойно, красиво сделана. Из таких простых, обычных вещей, когда вот такая вот тоже необычная. И достойно своей красоты. Поэтому кому понравилось, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Пишите комментарии. Ну, а это кто не знает, вот 100 гривен украинские вот по размеру мыши. Поэтому, чтобы не думали, что они настоящие, они вот сделаны вот такого вот размера, чтобы по размеру ровно были, как у мыши вот. Такие вот.